26-летняя Анастасия Костенко эмоционально ответила хейтерам. Модель заявила, что не живет за счет 33-летнего мужа Дмитрия Тарасова. Инстадива поделилась трогательным снимком с дочерью Евой. Молодая мама показала, как сладко спит ее трехмесячная наследница. Малышка в красивом платье и чепчике нежно прижалась к груди Костенко. Анастасия призвала поклонников внимательно относиться к своему здоровью и по возможности продолжать находиться в режиме самоизоляции. Девушка рассказала, что в юности сама переболела пневмонией и никому не желает испытать удушающие ощущения болезни. «Вы ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь рядом живущего, рядом идущего, рядом работающего человека. Прошу всех и каждого помнить о соблюдении элементарных гигиенических норм. Да, сейчас будет нелегко. Но давайте будем дружны в этой ситуации. Поможем нашей стране как можно безболезненнее выйти из этого кошмара», — написала Костенко. Слова Анастасии вызвали негативную реакцию у некоторых подписчиков. «Рассуждать отлично, живя за чужой счет и ни дня не работая. Сама гениальность», — съязвил один из фолловеров. Костенко разгневал этот комментарий. Модель обиделась на то, что ее посчитали домохозяйкой. «Я зарабатываю сама и не считаю чужие деньги, как вы. И да, работала и не один день», — ответила Анастасия. Жена Тарасова подчеркнула, что даже в декрете способна обеспечивать себя. По словам мамы двух дочерей, она не нуждается в средствах супруга. Костенко также объяснила, как успевает работать и ухаживать за дочерьми. У Анастасии и Дмитрия есть няня на подстраховке. Однако модель не любит обращаться за ее помощью по пустякам и старается сама воспитывать детей. Это отнимает у звездной мамы много сил. «Иногда бываю очень энергична и нахожу время на себя, а иногда вырубаюсь во время дневных кормлений и хожу, зеваю», — разоткровенничалась Костенко. Дома Анастасия также занимается спортом. Недавно избранница футболиста похвасталась впечатляющей растяжкой. По мнению Костенко, гибкие женщины возбуждают мужчин. Девушку ранее возмутили родительницы, высмеивающие чужих детей. Костенко защитила мужа. Спортсмена затравили за расточительство.